Здорово, рыболовам! По просьбе Алексеевича сегодня испытываю на рыбалке гидроперит – комплексное соединение перекиси водорода с мочевиной. При попадании в воду таблетки должны активно выделять кислород, но пока этого не происходит. Место предварительно прикормлено мотылем и покупной прикормкой. Этот окунь был покушен каким-то крупным хищником. Перекись водорода ему точно поможет. В комментариях напишите, кто его так покусал. И вот только спустя 2 минуты начинается активное выделение кислорода. Под толстым слоем льда рыбе его так не хватает. И она начинает активно подходить все ближе и ближе. А этот полосатый разбойник по старой доброй традиции передает всем подписчикам канала привет. Глубина 4,5 метра. Солнечно. Давление выше нормы. Таблетки продолжают опускаться на дно. Вся стая окуня собралась здесь. И сейчас начнется самое интересное. Гейзер, который образует гидроперит, начинает поднимать со дна прикормку с мотылем. Все это очень активно двигается, напоминая игру мормышкой. Лист с прикормкой поднимается до самой поверхности и опускается обратно, привлекая рыбу с больших расстояний. Гидроперит – это экологически чистый продукт, абсолютно безвредный, распадается на активный кислород. Используется в аквариумистике для оживления задохнувшейся рыбы, борьбы с сине-зелеными водорослями и бактериальными инфекциями на теле рыб. Посмотрите, с каким интересом окуни наблюдают за подъемом частиц прикормки. В данном месте окунь застолбил территорию и никого к себе близко не подпускал. Действие гидроперита в воде продолжается около часа. Уверен, что гейзер понравится и плотве, лещу, карасю, любой другой белой рыбе. А теперь выключаем музыку, чтобы послушать реальные звуки под водой. На мормышку насадил малька, но окунь на радостях его есть не стал, а просто поцеловал. Примерно через неделю у нас растает весь лед, поэтому предлагайте идеи для экспериментов по открытой воде. Если это видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк и поделиться им с друзьями. Подписывайтесь на канал, скоро увидимся.